Людмила Ивановна, так, ничего. Еще раз приветствуем победителя. Кать. В результате соревнований среди ветеранов 60+, третий председатель представитель города Петербурга, кого? Он попал в электричку, мы его заблудили. Они мне нравятся, манейки. Ну что же, оно не захватит ее. Выйти. Второй экономический гость приглашает на этот кристалл. Катя, гляньте, гляньте. Не надо шевелиться, он замечен. Все, одна достаточно. И первое место для Олега Викторовича. Спасибо всем за участие. Желаю всем.